Всем привет! Все знают, что эпоха Советского Союза дала для коллекционеров современности огромное количество всяких разных известных и интересных тем для коллекционирования. Но бывают вещи и не очень такие примечательные, которые мало кому известны, например, взять лампы. Я, правда, не уверен, что есть коллекционеры, которые собирают конкретно лампы, но то, что отдельные экземпляры из этой темы могут стать интересными предметами для антуража, это точно. Поэтому их тоже покупают, и они тоже весьма интересны. Конечно, не все, но некоторые. Несколько штук я прикупил. Давненько уже, только сейчас дошли руки сделать видос. И покажу вам их на фото. Одну вы уже видите, это такой небольшой ночник. Небольшой вы видите на фоне там. Немножко дальше розетку, в которую он включен. Тематика Олимпиады 80-го года. Олимпийский мишка на боксерском ринге. Он просто втыкается в розетку, там нету никакого выключателя, ничего. Просто втыкается и светит. Вторая лампа — это огни Москвы. Она имеет разные изображения с четырех сторон. Ну, я сохранил только одну фотку, не захаращивать себе компьютер. Лампа весьма тоже интересная, симпатичная, иногда встречается. Многим, наверное, более известны лампы с таким цветным кругом внутри, которые от тепла крутятся и переливаются. Ну, во всяком случае, у нас когда-то такие были. Такую лампу я встретил впервые, но в продаже они иногда встречаются. Стоят они не очень дорого, только смотрите, чтобы была полная комплекция. Вот конкретно в этой слишком яркий свет, там не хватает внутри такого немножко матового цилиндра, который приглушал бы свет. Но лампочка там родная и все работает. Весьма такие симпатичные, хотя немножко, по-моему, исполнение корявое. Третья лампа, которая мне нравится больше всего, это такой вот паровоз, локомотив. Она весьма таки большая, весит, ну, килограмма, наверное, полтора. Это не пластмасса, это все металл, и внутри там, в кабине красной, там стоит лампочка. Это все из металла, только стекла кабины, естественно, сделаны из, ну, что-то вроде то ли стекло, то ли пластик, как-то так. В целом эти лампы не очень дорогие, ну, к примеру, продажа такого паровозика на eBay где-то до 70 долларов плюс доставка. Но встречаются и более дорогие, я покажу два прохода из Виолетти, поэтому если вам где-то может на барахолке такие вещи встретятся, то если за недорого их тоже можно покупать, они весьма интересны сами по себе. А на этом у меня все, и всем спасибо за просмотр.